Кто из нас никогда не испытывал эмоции? Эмоции удивления, радости или грусти? Нет среди нас таких. Эмоции делают нашу жизнь яркой, неповторимой, притягательной. Только от наших эмоций зависит, какими будут наша работа, отношения с людьми, отношения к себе самому. Вся наша жизнь зависит от эмоций. Очень часто люди об этом не задумываются и живут полностью отдавшись своим эмоциям. Рассердили – рассердился, насмешили – посмеялся, обидели – обиделся. Наше настроение полностью зависит от наших эмоций. Проанализируйте сейчас, какое у вас настроение. А можете вы его изменить прямо сейчас? Например, стать более деятельным или энергичным. Это не так сложно. Уверена, у вас получится. А это значит, что в наших силах выстраивать свою жизнь такой, какой мы хотим, чтобы она была, только создавая себе нужное эмоциональное состояние. Но часто люди зацикливаются на какой-то одной или нескольких отрицательных эмоциях, например, раздражение, страх или тревожности, и она становится для них привычной. На лице постоянно держится маска этого чувства, даже когда человек улыбается. Не секрет, что зацикленность на определенных эмоциях приводит к болезням. Например, страх поражает почки, а тревожность приводит к болезни селезенки. Как же нам себя вести, чтобы наши эмоции не отравляли жизнь нам и нашим близким, а помогали нам жить более ярко и счастливо? Чтобы не эмоции руководили нашей жизнью, а мы сами выбирали, какую эмоцию испытывать. Узнать, можно ли сдерживать эмоции или наоборот нужно их выплескивать, как та или другая эмоция воздействует на наше тело, как легко можно изменить свое эмоциональное состояние, почему положительные эмоции не всегда полезны. Научиться управлять своими эмоциями вы сможете на бесплатном вебинаре, который пройдет 8 мая в 20 часов московского времени. Занимайте места, вписавшись в форму ниже.